Вот у нас рябчик императорский набрал цвет уже. Цвет-то набрали, уже начинает раскрываться. И нужна им подкормка уже комплексная. До этого я сыпала золой. Первая была у меня азотная. Потом я подкармливала золой. А сейчас, когда он уже цветет, нужно собираться цвести. Вот я удобрение растворил, приготовила. Развожу согласно инструкции. Там мерная ложечка на 10 литров воды. И под корень. Поливать не буду, потому что у нас земля очень сырая. У нас идут дожди. Почему не цветут рябчики? Вот многие у нас, даже покупатели на работе, спрашивают, почему не цветут рябчики. Мама! Что, Дима? Дождик идет. Дождик накапывает. Ну, сейчас мы уже, можно будет, как раз вот сейчас подкармливать, и дождичек нам хорошо. А я их пою. Полей. Почему они могут не цвести? Первая, луковица небольшого размера. Рябчики зацветают, луковица должна быть 8-10 сантиметров в диаметре, крупная луковица. Луковицы величиной 5-6 сантиметров зацветут на второй, на третий год, пока она не наберет вот это вот, этот объем. И вторая причина может быть не соблюдена глубина посадки. Вот если луковица 8 сантиметров, а все луковичные сажаем на 3 размера луковицы, что, Дима? Это маргаритки цветут, вот видишь тоже. Ну смотри, хочешь сорвать маргаритку? Да. Ну хочешь сорвать, сорви. Если очень хочется, то можно, да, Дима? Да, вот, значит, вот 8, красивая, 8 сантиметров на 3 размера мы посадить должны, 24-25 сантиметров глубина. Вот это вторая причина. И все. И вот результат. Цветет наш рябчик императорский. Какие поднял хохолки, прямо как император стоит. Еще распустятся вот эти колокольчики верхнего яруса, и он будет еще попышнее. Ну и вот закончилась вся наша красота. Рябчик император процвел. Обрезаем цветоносы, чтобы он не тратил силу на созревание семян, коробочек. Это все. Срезаем. Остальное оставляем до полного высыхания. Ждем, когда полностью все питательные вещества уйдут в луковицу. Все, листва вся засохла у рябчика. Вот когда полностью вот так все убирается, значит, все уже готово к уборке. Так вот все мы убрали. И сейчас мы их выкапываем. Это где-то июль месяц. Вот они, рябчики наши. Все выкапываем. Все деточки тоже. Вот деточки. Так, сейчас мы их все очищаем. Замачиваем в любом фунгициде и выкладываем на просушивание. Желательно под такую температуру, прямо чтобы 25-30, когда на улице, и прямо на солнце просушить, но недолго. Просушить, а потом убираем в проветриваемое, продуваемое помещение до сентября месяца. И в конце сентября мы их снова высаживаем на 3 размера луковицы. То есть вот размер луковицы мы должны ее посадить вот так, на такую глубину. И ваши рябчики будут красиво цвести и радовать вас ранней весной. Всего вам доброго, удачных посадок и красивых-красивых цветов!